Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. По своей тупости сломал вот эту ручку от своего аккумуляторного шуруповерта 40-вольтового. Ну, хорошо, на работе есть токарный станок. И как бы проблема была очень быстро решена. Восемь с половиной. Еще? Ну, нам надо меньше восьмерочки. Я смотрю. Ну, тоненько у меня. Вот мы ее уже сделали. А вот она сломалась. Сломалась она не на шуруповерте, как могут многие подумать, а просто я ее использовал как... Нужен был, короче, рычаг. И я взял первое, что попалось под руку. Только раз, и она сразу хлесь. Ну вот сейчас давайте проверим. Вот у нас сама ручка. Чуть-чуть она теперь будет короче. Можно сначала гаечку затолкать. Вот
закрутили. А вот это у нас собирается очень хитрый механизм. Здесь обратная резьба. Сначала закручиваю. Левая резьба. Закручиваем, я не помню. По-моему, ее надо не до конца чуть-чуть. Теперь здесь у нас вот такая деталь. Вкручиваем болт. И как раз вот получается, до конца надо закрутить. Даже больше, чем до конца. Чуть-чуть ослабить. Этот вставить. Да, нам надо, чтобы болт торчал, и мы его закрутили чуть-чуть. И теперь его можно фиксировать. Фиксируется он стопорным кольцом. И по идее должно работать. Да, все работает. Ручечка стала компактнее, удобнее и лучше. Так что видели, сделана она из чего? Алюминий. Сделана из алюминия, не из металла, не знаю почему. Видимо, для веса. Алюминий — это тоже металл. Не из стали. Мне кажется, из стали было бы надежнее. Намного. То есть, в принципе, ее сделать самому элементарно. Любой токарь это сделает. Поэтому покупать за 2000 с чем-то рублей вот этот. Ладно, у вас если вот это здесь сломается, то да. Тут уже ничего не сделаешь. А саму ручку деньги не нужно, как говорится, тратить. Можно сделать самостоятельно. Ну, на этом ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!